Клещата вы захилите, что там хилить? Этот Джерин готов? Дайте бал. Каску. Каску. Без того. Все, дали тебе, короче. Каску еще по себе нужно. Каску нет. Лимошка, каску по себе. Я запускаю. Не пристам каску. Лимошка, 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 каску, каску, каску. Пристам каску еще. Каску палу, каску палу, каску палу. Перестан каску дай. Лысый пенек, давай крики, кричи на хп, если не кричал. Антона, у меня персонажей украли. Это который из циркуля скачан, так что поменяй лучше пароли после него. Эндриага, поднимай Фотона. РЛГ, второй раз подряд умираешь от притяжки. Тебя менять на лече? Метки вперед, Фотон, встаешь. То есть время пописать. Метки-то 200 тысяч. Попробуй бы 4. Давай сейчас 5 возьму. Будет 5. По центру отбежали. Ну, РГ, сейчас ты просто лежишь мертвый, бесполезен для рейда. Мы 2-4 пытаемся убить. Замедляешь прохождение рейда. Ну, и остальные тоже так делают. Максус Агробагнер, смотри за игру. А как смотреть, если он багнер? Мы ж не всегда два багнера. Ну когда копии... Бля, вон понты по напулу, пускай напуливают и все. Копии нет, если Салю попроси. Тоже дал. А, алло. Так, блин. Почему вы друг к другу подбегаете синие метки? Слева падает близко. Там же падает. Бегаем. Где бегаем? По центру падает. Не бейте глыбы правые вообще. Лучше свалить оттуда. Да, ладно. Сливаем метки. Боксом 3 стака, 4, 5, в рейде стоит, блядь, стака, это пизда. 8, притяжка через 7 секунд. Хлопнет, блядь. Повезло, в одну секунду хлопнет, просто в каст.
Я так тоже делаю, но не задеваю за право. Видит, я прочитал Void, блядь. Метку, все метки подброса, но не освобождены магией, я не хилю. Мне придется хилить. Кайзмерк, волна исцеления Войда, хиль. Хиль. Погнали дальше, кокоси на подбосса. Щиточек на себя. Не разбиваем пока. Два шамана, давайте, хильте лимошку, отошли, притяжка будет. Джерин похлопал, походу, вот притянуло. Трейд под босса, незыблемость, эти магию. Пять Иринанта. Не скинули, что? Кинулись. А чё ты стоишь, бегаешь? Дыхание как-то не по таймеру. Да кто так хорошо хлопает-то по своим, а? Бит. Бит под босса. Бит-то отошли. В сторону, следующую метку. А нет, под босса метку. Сейчас притяжка будет, сорян. Мелики отошли. Ты видел, как я тебя не... Притяжка. Беги, малыш! Беги! Под босса. Под босса или Джулиан? Прожмись. Неужели эти два мелика так решают? Я смотрю, там не везет просто. От босса. Пар под босса. Следующее не разбиваем. Бейте метку, притяжка будет. Писались под босса, под метку. Спрятались. Разбили бы я баблу, пожалуй. Это подкат разобьем. Под босса. Ты молодец. Бля. Да я не знаю, либо что-то починили, либо нам не повезло, но чё так трудная сидра такая стала. Там в сторону уже можно. Говорили, в сторону, но я побежал к боссу бить босса, блядь. Я сказал, можно в сторону. Давай, в сторону. Да, такой себе трай. Сейчас еще бай будет. Бля. Там притяжка сейчас, кстати. А, все убили. Там берса одна минута осталась. Чё-то легко. Вот. Вот, Фоги. Часы упали. Надо было Эрдруха и Эршама идти. Глыбу разбейте, он куда все ломанулись. Фога, тебе надо... Надо эта фигня, кольцо это. Это левая рука, не у меня есть. Это да, Хэн, забыл, как это слово называть, сказал кольцо. Олег. Кто? Надо уйти из вообще. Ласт. Давай, уходи. Сколько было освобожденных за бой? Это жопа. По КД по 3 хила было, просто по КД по 3-4. Все, можешь заходить на этого контакта.
Один раз сбросил метку инвизом, второй раз не получилось. И нам там вроде хлопало, а 170к всего лишь. Я в себя хлопал, а не в рай. Знаешь, как чихнуть в себя? Там был один раз, что когда я выбегал хлопнуть себя, притянуло. Но там, блин, оставалось до притяжки еще 4 секунды, оно притянуло, я не понимаю. Ну, вот, Азион хлопал, Андряга как хлопала, так и хлопает. 123к по 4. Азион, понимает. Не, это на первой фазе, на второй тут 67 тысяч. Ответный удар, третья фаза. 67 тысяч, это фигня. Че, мы сейчас кулаки бафать или че? Не бафать, а что бафнем. Не надо не хлопать вообще. Понимаешь? 30 секунд стоишь и ждешь. Это пока накинется один стак, то накинется все равно. И бой долгий был, считай, минута до берсы. Слышь, Ваня, я бы тут хоть с том. Просто их всех перехилил, блядь. Блин, ну ты Элем. Ты в Элем, ну 4 хила пойдем. Джерри, ну пошли на ретрика. На Ренанте, да? Я не обещаю крутой ДПС, там что такое. Я пока свернулась, скажите, как запустите. Кралька, у тебя перс бежит вперед. К обрыву. Кралька. Это у меня такое вчера было. Он бежал назад. А, это шкаф. Бля, я, короче, пока в Глубе сидел, на варе, блядь, 3 яйца сканул, в Глубе нашел. Ех. ДПС 6, конечно. Ну, а Дессера можно забанить, кстати, сейчас. Сейчас Ола идет. Там он 4 персами зашел. На Ола. Он же не покажет. 4 персами? Я про это имел в виду. У него 4 перса на Ола. Олег, вопрос, но можно? Ну, в рейде нету геты, поэтому, сорян, бана больше не будет. Какой вопрос? Часы, они, если на офспек, они за 10% идут? Вот. Ваня, даешь-ка? Да, 10%. Ваня. Чё? Шкаф дай. Всё. А печеньку-то чё не ролили? Боги, по ПРу. Потому что прошлое я никому не передал, походу, и она там забагалась. Так, Кирлок. Могу бафать Монорек. Куда? Монорек бафал, все правильно. Я Монорек бафал. Ну, давай, Акбар, у тебя вкачан кулак или нет? Да. Давай ты кулак, у тебя вкачан, у него не вкачан. Какую метку я встаню? Трусы. Я все кружки буду. Ну, вот, кружок, трусы, лимошка, копар, ромб, первая волна, вторая джерион, ромб. Две роги же есть. Ты просто не стан дашь, а роги могут не набрать комбопоинт. Легче просто. Ну, просто МП Мишка есть уже, он в каждый кружок достанет, поэтому... Раз говорю, станет только волну и все. Вторая, четвертая волна. Ой, волну ромб? Да, ромб. Ну да, Днев Небесный на второй волне тоже. Погоди, я такого стану, повтори. Первая, третья волна, ромбик. У меня что-то трусы? Не, у тебя ромбик. Первая, третья волна, копар, ромб. Вторая, четвертая, аринанта, ромбик. А, все, я
Если что, я по команде скажу драмджету. Ну да, только драмджет остался. А они сразу комбо-поинты будут набирать, просто скажи, какую бить им, и все. Они будут страховать. Ну я по команде скажу. Просто если ты скажешь ту, на которую он не набивал, он как бы, ну, не даст. Только через ваннишку. Поверни контакт пятая. Это плохо. Ну ладно, давай тогда паладина забейте. Ромбик станет драмджет, а паладина по команде уже. Так будет. Да, логично. Эрл, Грей, Мараксус, Кокосина. Сейчас. Нету фаски на ДД. Резмер, хорошенько хилим этого Мишку. Потому что это не бедняка. Бафните инту и каску. Косина диспелишь, чему? Трусы или мошка, да, все верно. Каску по престу. Орел, секунду, перезагружусь, меня видюха заключила. Ну, уже запущен, босс, ты какой класс? ДРК. Капал, дай кулак повару. Ну, Капар по себе дает кулак. Сейчас Капар сам лез. Я успею. То, что замучил и погубил десятки тысяч душ. У кого вторая аура? Лысый пенек, Вик не на хп. Джерин, выключи, поставь на лед ауру. Лапу еще дайте. Кого из БДК на РС? У меня есть БДК. Ты. Еще шаг. РДД перебежали. Шарф еще вылазит. Ромбик, снимаешь выступление Эрл Грей. Слышишь? Теркос, выноси чуму. Выступление, снимай, Хант. Бежали, сейчас будет чума, будем выносить. Чума, одна секунда. Топ-пар, чума, сам себя. Мелики, ловушка. Додвинули звездочку. Второй шаркающий. Сергей Горлов на тебе. Побежали к трусики. Вот. Попар, чума. Ренанта. Ну все. Ренанта Мелизона. РДД ловушка. Перебежали. Капля надо. Иступление на шарфей снять. Давайте капли на лимошку. После ловушки все на край идем. Иступление на шарфей. Каплю на лимошку. Милики, ловушки, давай. Край, Доксон, чума. Ой. Спальт кордобу. Минус 3? 2. Давайте на край все. Костя на гимноману. Берите рейндж, не могу захилить это все. Кресты бьем, шары, контент помогаем. Взрывом разума, бьем один рейд в крыльях.
помолимся, чтобы Лока схватила, и мы вынесли осквернение. Тогда... Тогда мы убьем, да сейчас. Нужен еще ДД? Второго духа пока нет, трай идет. Шарик добиваем. Шарик добить. Звездочку встали. Духа добить. Раздать. По вартам играем. Я в ромбике. Ну, ромбик станет рога. Центр всем выйти. Через ромб играть. Искренение, 2 секунды. Отошли от уничтожатора. Усы добить. Становимся на другую часть комнаты. Усы добить. Давайте на другую комнату пошли. Ну вот так. Осквернение влево-право от звезды, где звезда стоит. Рейд, смотрим, куда осквернение падает. От осквернения отходим. Встанем, там будет кружок, ромбик, драмджет, трусы, лимошка. Лимошка сакру даешь. Выбежали. Скринили на танке. Я опять в ромбике. Через ромб. В ромб все играем. В ромб и кружок. В ромб и кружок. Не бьет, блядь. Стана нету. Теперь кружок. Кружок не стань пока. Все кружок. Спасти кружок. Кружок спасти. Все. С центра всем выйти. Скринили будет. 3 секунды осквернения. Так, кинеры, звездочки заливаем. Фотон. Осквернение. Давайте, звездочку становимся. Фотон сейчас поешь гимноману под лечом. Понял? Звездочку встать. Опять в вальке. Играйте. Через ромб играйте. Драмджет, стань ромб. Круге. Кружок теперь играйте. Пиздец, улетел. Хорош. Трусы не, бейте лича. Я застанил ее. Давайте трусы застанили. Трусы попробуйте. Играйте дальше. Так, фулгрим, давай гимноману. Давайте все в центр. Звездочку встали. Я в кружке, прожмись. Кружок, трусы. Короче, пробуйте все играть. Кружок, трусы, это хилы. Кружок, трусы играйте. Трусы сыграть. Трусы не убьем, это вайп. Уже точно вайп. Все, вышли с осквернения. Осквернение 5 секунд, потом будут вальки. 1 секунда, 0. Все в центр. Давайте, звездочку встали. Быстрее встали, звездочку. Так. Я ромбик. Да, ты ромбик, все верно. А я в ромбике, меня схватило в ромбике. Кружок играть... можете не бить, мало ДПС добавили. Давайте, трусы, ромб. Я в ромбике, в трусы играйте. Дискона нет. Ромб добить, осквернение 1 секунда. Лимошка. Близ зона. Давайте. Кажется, мы киберсы не успеем. Нормально, мне не нравится. Седьмая уже, пошли. Звездочку встали. Прикольно, весело. Спасибо, Джерри, на Трисси. Давайте дальше. Давайте, ауешим. О, повезло, Лока схватил. Давайте, трусы. Повезло. Осквернение 3 секунды. Вносим шанс. 5% до переходки. Давайте, поднажмитесь. Давайте.
Бля, что-то трусы в другую сторону полетели. Если честно, мы не убьем, Олег. Падайте тогда, не тяните время. Мы не сможем там, ну там не хватит ни баблов, ничего. Ну ладно, давай падаем. В смысле, я трусы разбил там с кем-то? Самара не падай. Это какая волна была, шестая или седьмая? Там хуй знает, да хуя. Если шестая, то как бы... Пятая. Ну... Да пятая волна была, мы сейчас доперевели, там 3% осталось. Да нет, там ДД столько нету, чтобы его до берсы убить. Ты просто сыч. У меня 3 миллиона валик, ёбаный рот. Просто это время потратим и всё. Всё, короче, теперь квадрат уничтожатор. Там слишком много ДПС ушло у нас. 8 минут боя. Жесть. Вы там трое кто-то был квадратом, да? А вы уходите да, урон по валькам? Который улетел на вальке. Не на вальке, на ловушке. Голова у них квадратом была, блядь. Пиздец, я 4 раза подряд в вальке был. Жесть. Трис, я как-то 4 раза подряд осквернение выносил. Локом. На мувике есть. И там хохма была, бля, сейчас вы убили босса. Представляете, первые вальки всех. Разбили вторые вальки один. Мне кажется, надо Триси на лока зайти просто, на него лужа будет кидаться, еще и хватать его будет, блядь. Бей в задницу, мне Митриас нужен. Фотон, ресните, фотон, вставай, давайте бафаться. Нахрен тебе Митриас на АДК? Я лечу из степей, если чё. Сумонем чё? А ты раньше не мог пролететь? В смысле? Ну так ты, блядь, еще когда улетел? 7 минут назад. Я ебу, может вы убьете нахуй мне тогда лететь. Не знаю. А если бы не убили? Ну мы и так не убили. Ну сразу надо было лететь и все. Я футбольщик, пока посмотрел. Там просто. Там выиграли ваши? Играют. Как еще? 2-0. Там посмотри просто ДПС, там Ханта и Лагрей унесло, да? Но этих двух унесло, Рогу тоже унесло. Драмжет. Или он был? Унесло его. Еще чуть-чуть мне поднажать, может эти тринки одеть на это, на ДД. Так я Андрягу буду передамажить. И лысого пенька тоже. Чек. Может на тебе одеть тринки? Ну да, чтоб ты падал. Верно. Ни одного бафа нет. Ну, я сейчас запустил босса. Позор, что я стечусковый ДК некоторых передамажил. Либо. Мошка, доксинг тут. Доксинг лапку. Я запустил, вы бафайте, 40 секунд есть. Кулак подыграл. Товаром прокачанный кулак. Товаром прокачанный кулак. Ща, бафку я. Нижни. Есть ли смысл РДРС идти, как вы считаете? От состава будет зависеть. От чего? От состава. Ну, Теркос может потанчить и я. Мы убьем, в принципе, нормально. Рыба в мили-зоне, налетай. И будешь молить. Сейчас осмелись, блядь, положат. Это байк. Да, про РСК что-то говорят, еще целый час на мече сидели. А в РСК не пойдем, да, Ваш? Ну, почему? Мы посмотрим сейчас. 10 секунд, ребят. 22.00. Будет хотя бы уже мы стоять будем на Халионе, то может туда будет. А, да. Все от вас зависит. О, конь, поставьте лед. Подожди со своим льдом. Тут Shadow Resist нужен. Мелький РТД ловушка. Вот почему. Джулиан, наноси.
ловушку. РДД опять перебежали. О, вот сейчас ДПС как раз не будет. Молодец, ты очень опасно стоишь. Нулики, ловушка, шаркающее ступление, Эрл Грей на тебе. Ромбики ступления снимать. Высыпенек, чума. Отлично. Ловушка. РДД перебежали. 83% до переходки. Отступление. Эрл Грей. Трусы. Раут. РДД перебежали. Снял чуму с тебя. Джулиан. Что ты говоришь? Капля, капля. Капли на лимошку, иступление на двух этих, шарклей, милики ловушка, перебежали. На сука! Это ГП. Опять Жалем улетел. Ребята, уже не тот. Черный храм подгасил чувака. Черный храм, бля. Бля, на МТ была метка, ловушка. Олег, падаем или что? Да, залетели, пиздец. Это кто был? Ренанта, Драмджет и Джулиан, да? Три человека. Ну ладно, тогда за первый трай тоже надо дать ГП. Так, может, уже был мгла? Ну тогда. Степи чешу. Поэтому у нас не готовили учебки, да? Вайпы на первой фазе. Не. Жизнь меня к такому не готовила, да? Ты, кстати, напомнила этот анимешку из Якудзы выдали. Там такая угарная тема, там посмотрите. Не, ну мы так резко не спорим. Хочешь угарную анимеху, блин, посмотри этого Эльзевула. А ты смотрел, классный тоже. Я там четко тоже. 15 минут на лече уже. Можно было утро заруливать. Не, Чебурашка и Гена самые угарные. Пластилиновые такое. Тоже анимешные. Анимешные. Да. Вот я Ген, посмотри. О, Эрглей молодец. Диспел два раза был. Тут аккуратно тут. О. А тут в тире они ловушка, короче, не знаю, запустится, не запустится. Она пропадет, она пропадет. Сука. Натронули? Вали, резнулись. Сейчас я резнусь. Чего разжимаешь? Пропала ловушка. Ваня обезвредил. Лоу, блядь. ГП ему за ловушку. Ты шо, я туда гильдили в ногу? Ты пьяный, что ли? Нет, ты прикинь, это в этом в тире у него типа ловушка будет. Типа что нельзя его запустить без того, чтобы один человек умер. Смотри, в чате Барсником резвал. Да. Ваня, даешь кав пока, Ваня? Да, сейчас, сейчас. Ну, это вайпер, кстати. Блин, отмена почему-то, Ваня. Чё за сейчас я по-новому. Блин, я смогу на 2 минуты отойти? Давай. Я сейчас буду. Стол дайте или рыбу. Там загружает долго. Пожалуйста, давайте четвертого уже босса на вторую фазу и вынесем нормальное искоренение на вторых фазах. Столушка, мы убьем этого босса. Слава, зачем ты подходишь туда, в центр, к личу, а потом ведешь его назад? Куда? На какой фазе? Ты на первой, когда ты его пулишь. Я стою, жду, пока ты его сюда приведешь.
Потому что... Так Нишка не подбегает уже, блядь. Потому что Нишка набирает агро увечьем, а увечья радиус действия мили рейндж вплотную. На ловушке? А что, таунта нет? Есть. Ну так за время таунта тебя никто не сагрит, а пока он закончится, он уже будет возле тебя стоять. Он еще на РДД зону кидается, видел? Все трави. За это время таунт заканчивается. Поэтому надо дать в него увечья, чтобы он точно не сорвался ни на кого. Но он за секунду с центра сюда к нам добегает. Не знаю, все медведи начинают плотно. Я не видел ни одного медведя такого. Ну, не знаю, просто не. На официальном сервере всегда. Мараксус. Кому-то если нужна почта здесь. Чё надо? Если кому-то почта нужна, стоит здесь. Мараксус, Платон. 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 Мараксус. Криптон. Не, ебать. Протон. Платон. Нейтрон. Мараксус. Неон. Две минуты. Некрономикон. Арагон. Арагорн. Так, снова. Мараксус, ты пришел уже? Две минуты. Может, без него убьем? Какой сюда? Боромир же этот назвал Баралгином. Этот гоблин. 20 минут, 2 травмы, это плохо. Мараксус, 2 минуты прошло. Ладно, по одной удачу, короче, запустил босса. А потом пришел? Не знаю, не пришел, его проблемы. Ух, все, я здесь. Попробуем удачу. Мараксус, МК на вид. Сейчас. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Кто с дальше улетит? Дальше? Дальше степей, что ли? Перенимал. Но я не буду слушать. Корда бы улетит. Войт Не, ну мы еще успеваем в Ульдону, что же с желанием как-то особо пропало собирать это. Да будет так! Герои в атаку! Встал. РДД перебежали. 8-5 шума. Чаркающий в рейде. Рот Грей на тебе, Ром. Рейдов чума. Ай, мы похую. Классно, ну, вынес чума. РДД перебежали. Ты можешь посмотри, попробуй забрать. О, да, повезло, блин. Видели, да? РДД опять ловушка. Заражение. Чума на секунду. Да. Высыпь пенек, чума. Высыпь пенек. Запелим. Хуй знает где ловушка. Стоим. Мараксус все летает. Заражение и ловушка. Смотрим.
трусы Крауд, милики ловушка, была опасна. Драмджет, чума. Диспелим. Выступление на шаркающем. Милики, ловушка, РБД тоже идем чуть-чуть, звездочку. Странно, они улетели. Ну так не на танке бы. Сейчас да, будет на танке. Да, 4%, да. Сейчас на миллиона. Преступление на шарку еще. Нет. Отбежали, РДД отбежали. Звездочку становимся. Лысый пень. Дисплей. Кружочек забери. Все, все на край. Господи, не кинь тебе ловушку, пожалуйста. Так, давай, кокоси на гимноману, ставлю тотем, даю чешку. Раньше набрали плесты, ханты, бьем шарики. Ты видел, да? Съебался такой, съебался от чумы, милик. Да, трэш там был с чумой. Когда трэш побил, смотрю по-дорому. Иннер кому-то надо? Не знаю, давай Хейзенбергу. Эндриага, давай тоже Хейзенбергу. Ой. Все, мне сейчас слезы. Смех. Берите рейндж, а то, короче, что-то рейд проседает по хп. Не смогу захилить это все. Так, что там предписываем? Давайте шарик добить. Духа добить. В этот раз мы не в этот раз мы можем умереть от оскорнения в центре на второй варе. Так, кружок, Войд, Драмджет, Ромб, трусы, лимошка. Смотрим. Ловушку. Вышли. Лево-право вышли, играйте валь. Искоренение скоро с центра, всем выйти. Внимательно, искоренение. 5, 4, 3, 2, фотон. Тай. Трусы что-то в другое место летят. Странно. Давайте опять под босса все становимся. Звездочку. Искоренение влево-вправо выносим. Рейд, смотрите на табличку с осквернения на мне. Лимошка, даешь салку, например, под осквернение. Ретрик мастер ауру. Я дам чешку. Смотрим. Вышли. Вышли, выбежали. Я выбежал. Не пофиг на все. Тупо выбежал. Блять, блинк, почти блинк сработал, но нет. Да, играйте вальки, все спокойно. Давай, ромбик, встаньте. Кружок. Кружок, копар, кружок, встань. Ничего страшного не произошло. Пусть надо добить любой ценой. Идем к звезде все. Порталу смещайтесь. Секунда. Потом. Зачем я сюда пошел, не знаю. Залечем быстрее. Давайте. Надо давайте звезды. Чтоб доты. Чтоб доты были больше. Да, все. Ладно. Давайте в ромб, играйте в ромб. В ромб трусы. В ромб трусы. Да, ты не вернулся. Трусы теперь. Осквернение 3 секунды. 2. 1. 0. Где же осквернение? На веде. Все живы, кроме рука в трусах. Ну давайте опять звездочку становимся. Станем все так же. После третьей вальки будет осквернение, так что выходим влево-вправо. Под вальками не стоять. Смотрим. Первая. ДК. Третья. Трусы, ромб, играем. Лока схватила. Перед вальками не стоит. Хенсберг, отойди. Отойди. Дошли? Отлично. Спокойно. Все живо. Главное захилить сейчас. Ромбик добить. Трусы там добили? Да. 4%. Озёмный.
4%, ты говоришь, да? Давайте под босса. 2%, куда вы пошли? 2%. Ладно, давай на край. Хорошо, стану давай вальком. На край убедил. Оскверни мне одна секунда. Стану вальком и что-то на край там надо. Надо, наверное, отойти на край все. Давай, когда отойдем нормально на край. Ой, свалим отсюда, короче. Фу, побежали, прыгнули с платформы. Я даю чешку, чтобы захилить Озиона и Доксона, у которых 31 и 25% ХП соответственно. Так. Мана закончилась. Мана закончилась, да? Ну, чтобы она не кончалась, нужно Фотон успеть гимноману. Фотон, спой гимноману. Давай, берем тебя. Хейзенберг, давай тотем ставь, если не ставил. Сейчас я тоже свой поставлю. Инеры звездочки можно залить. Следите за Джерином. Он может навайпнуть рейд, переагрить босса там. Бейте первого духа с меньшим количеством хп. Дал берсу огромный драк. Дал цепное исцеление, дал по четвертой пати. Оп. Быстрена по Доксону. Быстрена по Доксону. Перенаправление на Void Beast Crowd. Давайте играем в шарики. Шарик. Нет! Это было близко. Это такая паника. Давайте, звездочку побежали. Сейчас я поставлю тотем гнева воздуха, чтобы каст увеличить, если этих нов. Так, надо захилить цепуху, наверное, да? Далеко пишем. Кому Инер? Корда. Кому Инер? Void Beast Инер Кордоба. Было близко. Но, если что, немножко бы словил лича, мы продолжили бить босса. А что, я упал, что? Нет, если ты улетел бы. Выход с комнаты. Играйте в духа, чтобы сорвать агру с него и умереть. Давайте. Все в духа играйте. Мелизона осквернения. Зловещие духи призываются. Теркос, давай, хватка смерти по духу. Маленькому вот этому в воздухе. Попробуй. Притянулся. Опа. И он не взорвался. Неплохо. Ладно, смещайтесь к трону. Видите, дух не взрывается. Да, притяжку взяет на него. Осквернение, 2 секунды, мелизона. Пугринс. Немножко использует защиту. Отлично. Прячьтесь, сучки, едете, блядь. Едете? Ну вы, блядь, едете. Ну, не знаю, я не вижу никаких духов. Я не ДБМ, я вообще не знаю. Это и реально прав. Кайзенберг, 36% хп. Установили хп ему. Даю. Отдал светящуюся сумеречную чешую. И побежал дальше. Цепное исцеление по 4-й пати. О, впереди бомба. Наверное, надо стоять в звездочке. Давай сакру. Хуяк и все живы. Крипом 24% длинноухие, 21% вет, крауд 25%. Духа там притянули в рейд. Это самое главное сейчас. Притянуть духа в рейд, хватка смерти. Марат 41% хп. Потом 64%. В принципе, у него 50%. Так, оскорбление. Зона длинноухие, отбежали от него. Давайте к порталу. Лич призывает зловещих духов. Давай, Терко, заново притяжку на духа маленького. Смотрим внимательно. Тогда, наверное. А, вот притянул, видели? И он улетает опять. Опять в небо улетает, видите? Ну, в тоннел, бейте. Он кружок. А, все, он кружок. Осквернение, одна секунда, наверное, в мелизоне будет, так как там больше всего игроков находится в рейде. Нет. Прячьтесь от духа, прячьтесь. Кличу быстрее, идите.
Это переводится как нужно хлопнуть духов всем абсолютно. Один дух не ваншот. Да, погнали. Отлично, ваншот. Ты был прав. Последняя комната. О, последняя комната. Давайте попробуем. Пять смертей. Давай, Кордобина. Долгсон, прожми дубовую кожу, вид щитманы. Давай сакру, пробежали дальше. Караул, природная стремительность на КД, но мы выжили. Выжили и двигаемся дальше. Бомба, бежим быстрее. Мы выжили, потому что у меня откатилась чешуя. Ой, блядь. Ололо, блядь. А, давай. Да. Ничего страшного не будет, я уверен. Конечно, в этом. Меня убьет, блядь. Да нет, в берсе не будет. Понимаешь, здесь нельзя умереть никак. Сука. Ну, кроме Мараксуса. Я прыгаю, короче. Я на ману пою. Гим на ману, хорошо. Давай, гим на ману, ставлю тотем тебе. Поставил тотем гнева воздуха. Осторожно, духи. Да стой. Духи, Дуба, давай, там. Притяжку, все притяжки и там что-то еще можно сделать. Осквернение. Ты что за тотем видишь, зачем? Ну кто ли, зачем? Блять, не ту кнопку нажал. Ну как Себур, да? На ребре уже. Нажал не то два раза. Блин. Минус 20 минут на мече, минус 10 минут на сендре. Передамазал руку в трусах. Блин, надо было закончить рейд в 20-50 минимум. Такая... Проел. А с пула ребра сколько прошло? 2.30, наверное, 2.40? 2 часа 50 минут. 6. Пиздец. 3 часа. Мы с Андреем обосрались. Лич тоже. Ну да, давай посмотрим, сколько минут занял Лич. Первый трай Лича был 20.02. Вот этот третий трай начался в 20-25, то есть 23 минуты на Личе посидели лишних. И лишних 20 минут на Синдре. Ну еще на Туклом там было минут 10, ну вот 50 минут, уложились бы в 2 часа без вайпа. Даже надо подумать, что собирать дальше, РС или УДО. А у нас нету где-нибудь в РК аддонов, чтобы скачать? Ну, кто-нибудь скидывал там в группу? Нет, аддонов нет. Короче, есть варик. РС или льда через 24 минуты. Просто надо спросить. Ну, видишь, ты вот ты танк, Трисия танк, да? А кто хилы тогда? Ваня, ты будешь релить, а то если я буду релить, я уйду, не смогу релить, потому что я уже и так устал. Я зайду на БДК, например. Ты я там тактик не знаю. Вот это да. Я... Он тебе говорит. Я тебе про РС. Я тебе про РС. Это можно. Да тактик, да там просто надо 1-2-3 жать. Я вообще молчу. Вот, я ж ничего вам не рассказываю. А Войд пожарного, да, по РЛ? Да, конечно. Пожарного. А Ваня расскажет тактику на пожарного. Мы убьем, а я похилю. Все просто. У кого есть онлайн-код без КД? И Холли Пал без КД? Вот я. Ну, допустим. А Войд, ты Холли Пал, что ли, да? Не-не-не, код у меня есть. А протопал, холипал есть? Протопал есть. О, протопал есть. На БДК. А Трися, ты не пойдешь в РС, или ты все? Ты спать. Чё, я могу пойти. БДК? Ну, бля, если не будет совсем танков, то могу танками. Ты свет танчил? Нет, свет я не танчил после того, как стали и Элема, и босса танчить одним танком.
Значит, попробуем собрать. Если нет, то 22.00 пойдем в льду. Отлично. Мама, теренатки. Сука. Прикольно. Классно, да. ГЦ Фотон, ГЦ Индриага. Там мне не надо. ГЦ Даксон, ГЦ Индриага. А чё, Олегу же вроде надо теренас. Нет, телек. Чё, блядь? Травма, убийц. Доксон и Андриага получают. Кирилли двух шаманов ППР. О, Андриага, катушечку унесла и теренас. А чё вот смотри, сейчас в этом случае ты за фул обоим, да, даёшь? Ну, ролила ж 4 человека. А не 2, не 3. Обязательно, конечно. А если бы только 2 ролл кинули, то по половине каждому, да? Да, по половине. Это будет справедливо. Че, вы убили целка? К сожалению. Да, убили. Да, это надо к нам. ГЦ. Ну чё, медведи танки, топ. Вообще не проседал, блядь. Хоть с Джерриона, хоть без Джерриона. Агро только не сильно хорошо держится. Не, агро нормально. Ты шо ты что ли, два раза прикидывался мёртвым? Я стопал дамаг погневным, потому что агро рвал. Ну так правильно, что стопал. Ну а с ДК я такого не делаю. Ну конечно, ДК лучше набирает. А вы чё ливаете? Ну, АП, это чё вам? Там ДК тоже, если попасть, если две ЛПшки в КД, тоже можно сорвать легко вообще. Мне кажется, как бы тут все более-менее такие. Мишки плюс то, что он не улетает, то, что он стан всегда дает. Вот это охуенно. Да, я вам пати роги с этим с трейдером. Хилить его приятно. 90 тысяч, 100 тысяч хп это. И реснуть может кого-то, пока протопал стаунтик. Иннер еще дает. Это вообще тема. Короче, максимальное КПД. Не сказать, что максимально. Ну видишь, он косты не сбивает. Но вот этим вот то, что он станет, ДПСа больше, немножко там на 2-3 тысячи.